Москва, 11 ЮУ, РИА Новости. Более 100 уникальных драгоценностей жемчуга из музеев Катара, включая серьги Элизабет Тейлор и тиару эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской, покажут на выставке «Жемчуг. Сокровища морей и рек», которая откроется в Московском государственном историческом музее в среду, сообщает пресс-служба учреждения. Выставка продемонстрирует более 100 уникальных предметов, впервые познакомив москвичей с произведениями ювелирного и прикладного искусства из пресноводного жемчуга Средней Азии. Выставка музеев Катара организована Всемирным алмазным музеем на площадке Государственного исторического музея, говорится в сообщении. В центре экспозиции ювелирные изделия дома Чартье, жемчужные серьги Булгарии, принадлежавшие Элизабет Тейлор, брошь по эскизу Сальвадора Дали и старинные драгоценности монарших домов Европы, в том числе тиары эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской, отмечает пресс-служба. Выставка специально подготовлена музеями Катара для показа за рубежом. Это один из их главных проектов, который знакомит посетителей разных стран с преобразующей ролью индустрии жемчуга в истории Катара и всего мира. Россия станет шестой страной, где будут показаны великолепные произведения искусства, шедевры известнейших ювелирных домов, прослеживая возникновение и развитие жемчужных промыслов. Выставка рассказывает о древних способах добычи жемчуга, применявшихся ныряльщиками, и дает общее представление о торговле драгоценным товаром в странах Персидского залива, подчеркивает в музее. Наш музей выбран не случайно, он обладает богатейшими коллекциями, в том числе и ювелирными. Достаточно часто здесь проходят выставки, посвященные декоративно-прикладному искусству. Эта выставка проходит в рамках Перекрестного года Катара и России, и нам очень приятно, что выбрали именно ГИМ, сказал на пресс-конференции директор ГИМ Алексей Левыкин. Посол Катара в РФ Ахат Мухаммед Алиатты в свою очередь отметил, что Россия – страна с замечательной культурой. Народ Катара с нетерпением ждет, что им покажут в рамках Перекрестного года. По словам посла, запланировано около 42 мероприятий в России и Катаре. Как рассказал куратор выставки Юбер Бари, чьи слова приводятся в сообщении музея, жемчуг издавна привлекал художников своим сдержанным изяществом и таинственностью. Экспозиция ответит на многие вопросы, связанные с этим природным чудом, в то же время увлекая посетителей в захватывающие путешествия по истории добычи жемчуга и торговли им в Катаре. Выставка станет крупным событием Перекрестного года культуры Катара и России 2018, дав возможность двум великим цивилизациям провести неожиданные исторические параллели использования жемчуга в традиционных украшениях и ювелирных изделиях. Мы надеемся, что это поможет нашим народам и странам стать еще ближе друг к другу, добавил Бари. Выставка пройдет с 11 июля по 1 октября.